легко осуществляет и вообще осуществляет и покос у нас в селах, в частности, в селе Маянга. Жители постоянно жалуются о том, что очень много сорняка и, соответственно, на территориях покосы очень... Ну, вообще, где наши люди отвечают главу, там, где-то работают вполне себе согласно планографии. Есть у вас подрядчик или кто? Да, подскажите. У нас заключен контракт с Сибиркей, он у нас опрашивает по метру дороги с каждой стороны, плюс у нас сами инспектора опрашивают все детские площадки, социальные объекты. А то, что жители жалуются, это пустыри, на них просто нет денежных средств, чтобы их обкосить. Ну, то есть бесхозные территории? Тоже проводится агитация инспекторами по населению, о том, чтобы они выходили на субботники, принимали участие в жизни села. Но жители не хотят. Ну, субботниками, понятно, но полномочия-то с администрацией о ликвидации там сухостоя, и в том числе в рамках пожарной безопасности, как Андрей Витальевич говорил, никто же не снимал. Надо, наверное, как-то Александр Валентинович этот вопрос рассматривать, дополнительные средства какие добавлять, если их нет. Ну, понятно, что вопрос достаточно сложный. Но тем не менее.